Ребята, добро пожаловать на канал Темный Рыцарь Геймс. Мы начинаем прохождение игры Мстители Марвел. Желаю всем приятного просмотра. Устраивайтесь поудобнее, а мы начинаем. Сейчас повторяю, мы начинаем проходить игру Мстители Марвел. Я очень эту игрушку ждал очень-очень долго, надеюсь, вы тоже, а? Кстати говоря, как вам моя камера? Я чуть поменьше ее сделал. Изначально, в принципе, я планировал игрушку проходить без веб-камеры. Но мои друзья меня уговорили, что сказали лучше проходить эту игрушку с веб-камерой. И поэтому я решил, все-таки да, так будет лучше. Ашка, величайшая команда вселенной, блин, ну, супергерои поискать так, а? Ах, как я хочу в кайфу поиграть в эту игрушку. Кстати говоря, в игре есть прикольный режим, кооперативная совместная игра. Так как я сюжетную линию еще не играл, я в любом случае не могу попасть никак в эту сетевую игру. Поэтому давайте начнем. Не пойти, как начнем, конечно, мы зайдем быстренько в магазинчик. Хотя у нас там ничего в принципе не будет, а? У нас ноль. Ну, как в принципе логично. Всякие разные прикольненькие способности есть. Редкий костюм, легендарный костюм, кабана. Так, поиграть щитом. Вау, прикольно, принц грома. Нифига себе. Офигеть, легендарные костюмы классные, а. Блин, уже человек. Неприходящий, извините, просто бывает. Не понимаю, что читаю, ну давайте-ка. Так, давайте нажмем обратника. Вау. Капитан Америка. Ну-ка, Капитан Америка. Ух ты, нихера себе, блин. Вау. Класс, нифига себе, Стива Роджерса дофига чего. Так, обратно давайте. Так, что у нас тут у Мисс Марвел? Нифига себе у нее. Ого, мега удар. Офигеть, у него руки так большие становятся, охренеть. Ого. Посипивший. А, класс, костюм прикольный. Ну-ка, давайте дальше быстренько. Так, ну человек. Вау, то есть только прикольные костюмы, а? Всякие разные способности, а? Вау. Это эмблема из левой, сори, извините, это не способности, а? Так, Тор? Ага. Ну, Тор тоже прикольные способности и прикольные эмблемы. О, нет, это костюм, блин, извините, что же такого хуиста, капец, а? Так, Черная Вдова. А, мой любимый персонаж. Ну, не самый любимый, но мне она очень нравится. Так, это редкий костюм, это у нас эмблема, это у нас получается редкий жест. Вау, это типа в совместной игре, это жесть, я понял, а? Так, ну, Халк у нас, в принципе, Халк, костяшки, блин, и реально такой Халк, и не могу, это капец угарный, такой Халк, блин, серый, да еще и лысый, блин, да еще такой одежды, блин, это капец, а? Так, эпичный жесть, а? Хватит, дальше начнем эту прикольную игрушку проходить, а? Так, сюжетная кампания, разумеется. Так, уровень, надо выбрать уровень. Извините, что я вначале волновался и после очень ждал эту игрушку, очень ждал, надеюсь, вы тоже ждали. Я хотел давно, ну, в принципе, я очень ждал эту игрушку и хотел с большим удовольствием пройти ее на своем канале. Наконец-таки эта мечта сбылась. Давайте дальше проходите. Кстати, когда катсцена будет появляться, я буду вебку вырубать. Это, скорее всего, наверное, будет катсцена, поэтому я вебку вырублю. Желаю еще раз всем приятного просмотра. Так. Какой же уровень выбрать нам, а? Ого, высокий, нормальный, низкий, зверский, мощь. Так, ну давайте, так как мы ни разу не играли, лучше мы выберем нормальный. Реально, это будет тупо выбирать. Вау. Блин. Так, я думаю, сейчас вырубить вебку, скорее всего, придется, а? С каждым днем такое случается все чаще. Сильные притесняют слабых. Но Мстители не были такими. Я верила в это всем сердцем. Я все думаю. Это случилось не просто так. Может, именно этого я и ждала. Может, я наконец-то стала частью чего-то большего. Наконец-то. О, фу, сиденье не откинешь. Какой красивый. Хм, почему золотые ворота, а он не золотой? Здесь так много детей. Наверняка у них крутые истории. Конкуренция делает нас сильнее. А что, если им не понравится?
Если рассказ не подойдет, он должен быть идеальным. Когда ты родилась, твой брат сказал, что ты лупоглазая. Чего? Но мне казалось, что у тебя самые прекрасные глаза на свете. Мы все разные, Камала. Гордись тем, кто ты есть. Люблю тебя, Абу. И я тебя. И я уверен, что ты победишь. О, и ты только представь. И победитель конкурса на лучший фанфик всех времен и народов, мстители против ящерицы с канализации, Камалы Хан. И толпа мне аплодирует. Вот это настрой. Обещай мне одно. В любом случае. О, я же хорошая, Абу. О, Бета. Важно не быть хорошей. А поступать хорошо. Именно так. Друзья, мы приближаемся к штабу Мстителей на западном побережье и вскоре приземлимся на Химеру. Скорее, Абу, идем! Ладно, ладно, куда так мчишься? Конкурс фанфиков, я иду! Это слово обалденно, реально класс, блин, суперская игра, прикольная, прикольная катсцена, вообще супер, а? Вау, какая же классная игра! Блин, я кайфую, так, левый, чтобы переключиться на бег. Ага, ну зачем на бег, это лучше осмотримся. Суперская, классненькая игрушка, Капитан Америка, Черная Вдова, Тор. О, режим фото. Несению службы готова, Кэп? А, ну-ка. А что она дала? Она такая крутая! Да, не то слово. Ну-ка. А то? Интересно, он в жизни такой же высокий? А ну-ка. А Халк тогда что? Ого! Хорошо, что это просто статуя. Это точно. Похоже на реального Халка такого стоячего, блин. Ой, блин. Ну ладно, скорее всего, вебку приходится лучше пару с ним поставить. Отлично позирует. Кстати, вебку перестал поставить с пауэрстами, почему? Потому что я закрываю название серии. Да, следующая серия, я поставлю именно ее с правой стороны. Добро пожаловать на День Мстителей. Добро. Круто, но хотелось бы посмотреть на них вживую. О. Привет, финалистка. Как тебя зовут? Камала Хан. А это мой папа. Юсуф. Хан, отлично. Не забудь поучаствовать в охоте за комиксами. Соберешь все 5 и получишь место на VIP-балконе. Как только раздобудешь все, отсканируй телефон у лифта и проходи. Удачи! У тебя вроде и так полно комиксов, нет? Но я должна попасть на VIP-балкон! А, наша задача найти 5 комиксов. Окей. Только я понятия не имею, где их искать. Ну, давайте поищем. Так, где же будет находиться первый комикс, а? Мне же очень интересно. Надеюсь, меня хорошо видно. Так, тактическое чутье. Буковка L, ага. Давай нажмем. Ага. Вот он, первый журнал. А ты сможешь стать чёрным довольным? Не проходите мимо! Надо бить по красным, а не по зеленым. 150 очков до победы! Ерунда! Ну-ка. Ну-ка, вау, класс, а? Хотите один из наших? Так, где? Вау, первый журнал нашли. Первый комикс. Вау. Блин, пацанчик, а девчонка, это ворхушка. Так, первый комикс нашли. Отлично, комикс у меня. Так. Надо найти остальные. А, вот он второй, он даже недалеко находится. Блин, какая же классная игра, честное слово. А. Надеюсь, что она будет в скором времени ее еще лучше оптимизировать, а? Вау. Вот блин. Ты чего?
Да вот, такой комикс у меня уже есть. А нужен с Капитаном Америка для комплекта. Погоди, если у тебя будет повтор, поменяемся? Ха, конечно! Класс. Увидимся. Найти внешние копии комикса. Вау. Здесь же человек, его костюмы. Так, где же мне найти, блин? Ага, вот. Ну-ка, тут надо что-то делать. Так, подождите. Лешка. Ага. Блин, какая же классная игра, сука, я радоваться не могу, она мне очень нравится. Божечки, репульсорные перчатки! Боже мой. О, это так круто! Вау, кто пришел? Что еще за мерзость? О, виноват. Ты такая маленькая, едва видно. Не надо склоняться перед сыном Одина, хоть твой порыв и понятен. Так кто ты? А, Камала Хан. Ага, а что за вещь у тебя в руках? О, высокоплотный мионный луч, репульсорная перчатка. Первая любовь Тони Старка. Во имя Одина. Такая же опасная, как и он сам, м? Вы шутите? Угадала. Узри. Вот оружие, которое совершенно... Ого. Кто бы ни взял этот молот, если он... Она достойна будет обладать силой Тора. Верно. Вот что отличает подделки Старка и мощь Бога. Наверное. Но каждый герой должен с чего-то начать. Так? Да, да, конечно. Ты дитя, как я посмотрю, мудра не по годам. О, спасибо. А вы тоже. Камала Хан. Я запомню это имя. Я что, только что говорила с самим богом грома? Офигеть! Да, главный приз. Да. Комиксы. Соберись. Опа, нифига себе у нас для человека. Прямо вообще его... Ну, в принципе, это его зал славы, на самом деле. Его костюмы, его майки, его портреты. В общем, тут реально классные игрушки даже. Охренеть. И портфели, и маски. Охренеть. Так, ладно. Оп, его первый прототип костюма. Классного костюма на самом деле, а. Мне нравится, что этот человек реально классный фильм, прикольный. И актер, да, у него вообще классная. Реально, хорошо сыграл. Так, Ванька, нам ближе, конечно, идти, наверное, к Ешке, а. Вот это волосы. Давайте пойдемся. Опа, Капитан Америка или просто Америка. О! Да, мы Капитан Америки, за славу Капитан Америки. Причем у каждого героя есть свой, так сказать, музей. А. Вау. Давайте руку засунем. Говорится, мы не боимся ничего. О нет, эти комиксы закончились. Этим щитом Кэп врезал Гитлеру во время Второй мировой. С ума сойти. А ну, отойди. А, простите. Пускали бы только настоящих фанатов. Эй, с чего ты взял, что я не фанат? Я имею право здесь быть? Думаешь, Мстители твою писанину читали? Вали отсюда. Причавая мудила, честное слово, а? Да читали, читали, Камал, ты классный, ты мне нравишься. Если весь мир хочет тебя подвинуть, твой долг врасти в землю, как дерево, посмотреть им в глаза и сказать «нет». Подвиньтесь вы. Что? Кто это сказал? А фанат бы знал. Фу, ага. Фу, позор вам, мудаки. Пошли отсюда. Позор вам, придурки. Фанаты вы. Какие вы фанаты? Вы... Вообще, я честно сам не знаю, кто сказал. На самом деле. Вообще, и фанат. Ладненько. Блеск. Комиксы кончились. Опа, капитан. Знаешь, я бы сказал, ты довольно смелая. Спасибо. Ты поклонница Капитана Марвел. Ее нет здесь, но ты бы ей понравилась.
Простите, вы Капитан Америка. Я Камала. Камала Хан. 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 Это в твоем рассказе были злые ящеры? Из канализации, да. Да, точно. Тор был в восторге. Говорит, в Асгарде ящерица в трубах – это проблема. Вы читали мой рассказ? Мы все прочитали. А, вот это да! Эй, Кэп, нам пора на сцену. Тарлтон уже на взводе. Не видела Тора, он должен быть здесь. А, я его видела. Я видела его. Он был у стенда Старка. Но, кажется, он оттуда ушел. Я сама видела. А это кто? Нат, позволь представить тебе одну из конкурсанток. Это Камала Хан, специалист по ящерицам в канализации. А, да, точно. Мне понравилась история про меня с крышкой люка. Было круто. Разве это сравнится с тем, что вы сделали с мадам Гидрой? Просто жесть. А, может, пойдем на сцену? Точно. Рад знакомству, Камала. Еще увидимся. Увидимся. Капитан Америка и Черная вдова. С ума сойти. Опа, мы нашли второй комикс. Еще осталось три. Реально класс, блин. Так, где находится следующий комикс? Бэшка. Так, С ближе. Вау, Капитан Америка, реально, Черная вдова. О, и постер. Ух, нихера себе. Я, знаешь, прикольненько было, если бы на самом деле показали бы не игровых персонажей, а реальных, ну, актеров, кто сыграл. Вот это было бы вообще шикарно. Пока что мне игрушка очень нравится. Видимо, если я хочу получить комикс, надо попробовать. Так, а только что мне надо попробовать, я не могу понять. Так, и самое главное. Что у нас ближе? А, у нас ближе Д. Немного не пропустил. Давай-ка попробуем, с большим удовольствием. Кто хочет поднять молот Тора? Я. Можно мне? Конечно, попробуй. Ну-ка, давайте попробуем. Мне интересно, поднимет ли Камала Тора или нет. Ой, молот. Эх, почти. Почти достойно, это уже неплохо. Вот твой комикс. Спасибо. Еще один комикс. Вау, осталось два комикса. На самом деле я поднял. Просто поднял бы на самом деле бы. Я просто не успел нажать буковку F. Не знал, что надо будет нажимать. Так, ладненько. Ага. Следующий у нас C. Четвертый комикс. А это у нас тут получается. Кажется, прикольный, честное слово. Я не могу рассмотреться. Но просто вау. Божественная, классная игрушка. Блин, ну мне... Мне очень нравится игра, и я считаю, что я ждал ее не зря. Надеюсь, она дальше так меня будет очень радовать, а? Опачи, четвертый комикс. Так. Круто! Еще комиксы! Наплюйте это на те ученые из телека. Меня сейчас стошнит. Терриган, шаг к новому миру. Не игрушка для миллиардеров. Не все потеряно. Думай о самом главном. Наша работа изменит мир, Джордж. Я знаю, ты не любишь показуху, но ведь оно того стоит. Ему нужна власть, доход. Обойдется. Это твой шанс. С деньгами Старка и твоим умом ты станешь героем для всех этих людей. До цели нам рукой подать. Вот вы где. Брюс. Где ты пропадал утром? Срочная работа была. Я знаю. Что такое? Ничего. Так, пустяки. Просто какие-то странные показатели у реактора. Джордж, может, ты был прав. Может, мы поспешили демонстрировать его публике. Давай еще разочек изучим все данные. О, да, да, конечно. Спасибо. Ты уж прости. Эй, что ты здесь делаешь? Упс, я, заблудилась? Ну, конечно. Давай отведу тебя к главной сцене, ладно? Ха, у меня уже есть такой. Постой, может, я смогу поменяться с тем мальчишкой? Эй, я нашла комикс, который тебе нужен. Супер, давай меняться. С тобой приятно иметь дело. Почти собрала. Вип-балкон, жди меня. Спасибо, пацан, спасибо. Так, осталось последний комикс найти, а? Так, получается, сюда нам не надо идти. Ладненько, пойдем дальше. Блин, классненько.
типа дырки, но ученые что-то затевают, а? Я как бы понял, у Халка есть девушка. Это не черная вдова, а я в офиге. Мне очень нравится Мстители, правда? И когда игрушка я пойду, я хочу один вопрос провести, но пока не буду говорить какой, а? Честно, классная, прикольненькая игра, это цвет, тут дофига классных цветов. Блин, просто очень класс, прикольно, интересно. Давайте немного пробежимся. Так, тут мы уже были. Угу. Я железный человек. Я железный человек. Круто. Блин, я бы так тоже радовался бы, если познакомился с реальными мстителями бы, если реально не существовали бы, я бы сам бы на месте кинул бы, радовался бы. Вау, блин, ну честно, это очень классная игра. Ладно, давайте найдем последний комикс. Только правда, куда нам надо идти, а? Так, и тут можно пойти? Вау. Опа, а вот она и Капитан Марио, да-да. Ну, Капитан Марио не особо понравился. Капитан Америка и Мстители? Схватка супергероев? Ого! Халк! Крушить! Да, я помню, как я играл в Халка старую часть. Ой, это было вообще весело. Ну, что она будет делать? Так. Да! Камала сильная! Как Халк! Все, почти и комикс нашел. Есть, ура! Так. Все, я все собрала! Осталось подняться на вип-балкон. Прикольно, я получил прикольное достижение на зависть другим. Давайте еще раз последний раз попробуем, и все, и пойдем. Еще выше. Оба. Круто. Ладненько. Так, вип-балкон. Получается, надо будет пойти. Тут мы не выйдем никак. Или можно выйти, а? Можно выйти? Вау, можно. Так, теперь мне получится на вип-балкон. Тут как вообще карта работает? Есть карта? Или нету? Опа, опа, что это у нас? Вот, приготовление мстителей, коллекционный предмет. Нифига себе, я коллекционный предмет нашел. Вау. Честно, я просто шел и не ожидал, что я что-то найду. Блин, как же я здесь был. Не могу нарадоваться. Жалко, что я не стримлю эту прикольную игру. Я железный человек. Я железный покемон. Вау, блин. Не знаю, ну честно, а вот эта игра не в фильм, да? Я так же радуюсь, как будто я смотрю, блин, фильм, а? Опа, а это у нас что такое? Соберите 5. Опа, папа, привет. Ну-ка, ну-ка, что это такое, мне интересно. Супер! Так, вау, Ладненько, пойдемте уже, говорится, к залу. Класс, а я все комиксы собрал, ха-ха-ха. Ай, класс, блин, мне нравится Мстители, а. Большое удовольствие за всех поиграю, а. Не знаю, чем закончится данная серия, но, честно скажу, хоть я много рассказал, но она очень прикольная, очень-очень интересная. Охрана тут такая мощная, блин. Ну, Мстителям охрана не нужна. Так, досье. Обалдеть! Химера! Ну и громадина! А как это включить? А вот, досье! Вау! Так получается, открыто на интервью с Капитаном Америкой. Сейчас первая, Ладненько, я не буду читать, потому что меня сейчас не очень, поэтому не судите меня строго. О! Привет, Фил. Давайте послушаем. В первую очередь, спасибо, что пригласил на свое шоу и позволил мне расставить все на свои места. Мир становится сложнее с каждым днем. И сложнее становятся опасности, с которыми нам приходится сталкиваться. Мы не можем больше защищать только одну нацию на всей планете. Мстители должны стать международной организацией. И наша новая база на западном побережье – первый шаг к этой цели. Что касается Химеры, прошу прощения, если я что-то не так понял, но люди куда умнее меня говорят, что в ней стоит реактор на основе Терригена, запатентованный Старком. Он производит чистую энергию. Мы не только станем быстрее реагировать на угрозы, но также сможем улучшить жизнь людей в мирное время. Игра просто бомба, еще прикольненько, что не надо читать. Блин, сами говорят, вот это класс, а. Так, это что получается у нас? Вау. Реактор Химеры досье на локацию, ого. Так, не будем спрелить. Так, получается, мы нашли 5 комиксов. Вау. Деталь публикации. Публикация, да, извините, все нормально. Вау.
первый, второй, ого, 63 год. 2013 год. 63? 63, офигеть, 2013, вау, комиксы, блин. Супер, интересно, ну-ка, вниз можно? Нет, вниз нельзя. Так, ой. Вау, блин. Комиксы прикольные, все прикольно, блин. Ой, класс, блин. Правда, пока камео слабенькая, но мы покачаем. Вау, Ладика, блин. А, до сих имен мы прочитали. Ладика, все, погнали. Привет, кто бы не было. Вау, какая же это классная игра. Ну, блин, ну, мне она очень-очень нравится. Я не могу, блин, я очень рад. Директор Фьюри! Проходить. Директор, вас не тревожит, что реактор Геликарьера может не выдержать нагрузки от Терригена? Мы ведь мало Поверьте. Знаем об этом. Мы полностью уверены в нашем проекте. Химера — воплощение безопасности и силы Мстителей и Щита разум. Спасибо. Бруно мне в жизни не поверит. Девочка, осторожней. Окей. Кстати, я говорил, что тут много касса, поэтому, блин, извините, что я не вырубаю вебку. Я просто не успеваю вовремя вырубить ее, а. Но обещаю, как будто кипер конце конкретно, я буду вырубать ее. Маленька, мы добрались до трибуна. Привет, это, папа, еще раз. Абу, я забыл, кого зовут, папа. Надо только отсканировать телефон. Сезам, откройся! Идет царица комиксов. Давай, пошли ко мне. Блин, не нравится девчонка, это прикольно, а. Вау. Вау. Блин, я не могу после нее смотреться, я хочу все изучить и посмотреть, полазить, блин. Ах, я все-таки думаю, да. На самом деле, я в следующей серии, вот во второй серии, перейду на вебку на правую сторону, потому что тут миссия названа, все такое, поэтому извините, но просто я уже не буду менять. Но во второй серии я вебку передвину в правую сторону. Сегодня мы собрались, чтобы отметить два события. Во-первых... Так, все, вырубаю вебку. Я рад. Или не вырубаю. Мы также хотим представить новый источник чистой энергии, пока вырублю, под названием Терриген. Говорят, что он очень мощный. О нем вам расскажет человек, который его открыл. Доктор Джордж Штарл. Спасибо, Кэп. Капитан Роджерс. В реакторе Химеры находится новый минерал. Терриген. 3 года назад я нашел странный камень в заливе Сан-Франциско. Мы провели ряд исследований и выяснили, что он... Что... Привет, Сан-Франциско! Город приятных людей, кафе и плохих парковок. Парковка, не надеюсь, справится. Сильно. О нет, это опасно. Нам надо уходить. Идем. Для аварии это слишком. Это не авария. Тор, Тони, вы туда. Лечу. Не отставай. Готовь квинджет, Над. На всякий случай. Есть. Не ждешь? О, да, разумеется. Подумал, поддам тебе. О, а вот это уже куда интереснее. Действуем быстро. Тогда догоняй. Тор, постарайся расчистить проход. Есть. Давай. Здесь не меньше двух вооруженных людей. Нам нужна подмога. И она пришла. Вау, блин, отстой. Жесть. Вы недостойны. Так, это так. Вау. Блин, какая же классная игра. Божественная. Я все-таки вовремя вырубить успел. Да, ваш праздник испортили эти тупые мутаки террористы, а. Так, не знаю, как что за организация. Так, уклонение, получается, ага. Получается, давайте попробуем. Ага. Вау, ни хера себе! О, не знаю, что это Тони, такое. Тони, Тор, доложите!
Тут люди в ловушке. Опа. Много человечков с оружием. Я только что поймал. Тор, спасибо за помощь. За этими завалами. Всегда, пожалуйста. Понял. Держитесь сзади. Я разберусь. Ну-ка, ну-ка. Так, что нам надо будет делать? Нифига себе, крутая атака. Будет весело. Получай, мудак. Кто? Вау. С кем мы имеем сейчас дело? Они пока не представились. Погодите, это же вроде оружие щита. Я свяжусь с командором Хилл. Кэп, они неспроста напали сегодня. Согласен, Пьюс. Я останусь на Химере, пока не выясним, что происходит. Помогите! Окей, окей, помогу. Вы ранены? Нет, просто застрял. К счастью, для вас я силен. Спасибо, Тор. Бегите в укрытие. Блин, как мне нравится, еще прикольная озвучка оригинальная, как в фильме, а? Так, подожди, удерживайте. Есть! Подожди, что-то не так делаю, да? И... Есть! Ух ты, это и катсцена, тут дофига катсцена. Получаем. Так, вот прикольненькие у них маски, а? Тор, спасибо! Не высовывайтесь, помощь на подходе! Новая цель, парни, убейте бога! Ну давай попробуем, а? Кто кого, блин, еще копит, какие такой, а? Так, заход, дебилов. Пусками мы нахрен снесем, а? Вау, надеюсь, кто умеет, да нет, кто умеет летать. Так, помолот. Давай, мудак, самое главное вынести тех, кто с пушками, а? Потом уже обычных бойцов. Отойди назад, бог грома! Опа, не все веселье тебе одному. Вау! Правда, я не так использовал, но правильно, надо было ближе подойти. Надо признать, вышло впечатляюще. Вау, ну-ка, братика, давай. О, наглеешь. Учите. Мне это нравится. Да мне самому нравится. Получаем удар. Берегись! Давай! Ох, бьёт твою... Это что такое? Нихера себе, это со щитами уже. Ого. Щиты. Смешно. Вау, как ты их лоханул, а? Вау. Так, получается, надо... Ага. Получаем вот так тупой. Да, нахрен. Так, мне нравится пять молотов, а просто божественно. Опа, это кто? Это еще мудаки. Мой не окончен старт. Так, теперь будем человека играть. Так, круто. Данные подтвердились. Номерные знаки совпадают с номерами угнанной колонны щита. Это из утренних сводок Юри, которые я не читаю. Ну же, Тони, это важно. Ладно, как скажешь. Ракеты Пульсар. Рад, что Юри держит мою лучшую технику в одном месте. Эти ракеты рушат все кругом. Да, я знаю. Я сам их сделал. Вау, как же классно, прикольно, здесь чуть перегадили этого, а? Правда, нифига не видно, а? Резней. Что-то спецэффектов тут, а? Так, кто из этой массовки в меня стрелял? Так, где он? Ага. Мстители, колонна везла секретные прототипы щита. Фьюри ищет грузовую декларацию. Килл! Как кошка! Передай Фьюри, что я обожаю, когда в меня стреляют моим же оружием. Будем держать гуси. Гуси жива-здорова. Я не думал, что ты это услышишь. Вау. Блин, по идее, классно. Они уже должны разбегаться. У меня чувство, что с нами играют. И здесь творится что-то еще. Зависание. А, получится зависание побело. Ага, дырак обычка. Сука. Кто додумался поставить пулеметы на грузовики щита? Тони! О, дочь! Это я! Кто додумался тут? Так, все, последний раз. А, он не ломается. Есть! Что там творится, Тони? Все хорошо. Ничего, все прекрасно. Надеюсь, у них нет. Я шукал, блин, все прекрасно. У них танки Пульсар.
Ого. Кэп, почему корабль движется? Он же не готов. Кто-то запустил протокол безопасности. У Химеры включился автопилот. Все серьезно. Возвращаемся. Нет. Зачистим мост. Это оружие не должно попасть в город. Принято. За дело, Брюс. Сейчас будем играть за Супер Халка. Есть. Давай, Халк, покажи себя. Зеленый зверь. Там живешки охренели, что ли, а? Ну-ка пошел ты. Не буду материться, а пошел ты. Прикольная игрушка. Так, давай. Фу-фу, тихо, а? А, я уже не могу. Я могу камни кидать, ни хрена себе. Как типа то мод, а я камни, а? Охренеть, да? Вот склад. Так, вот здесь я кнопку. Ой, что это? Нихера себе. Получается, нам надо передать, откуда нас попало, ага, понял. Хрен тебе, мудичиво. Вау! Я тыкал. Так, лучше сейчас что надо делать там. Ага. Вау, блин, какая тебе халка играет, а? Теперь пожар меняет. Тони, Тор, у меня на хвосте один из их летунов. Вау. Надоедливые ребята, да? Уже лечу. Давай. Ну, человек, я верю в тебя. Так, камушек, давай. Вперед. Получай тебе. Кстати, я могу отсюда их просто убивать. Камушки покидай. Давай, давайте побежимся. Вау. Блин, я упал. Извините, сори, я не хотел, не хотел. Правда, не хотел. Не ожидал, что я упаду. Халк, прости меня. Халк, да это не что, что такое со мной, блин. Ну ты так игру не проходил, точно, я. Вау, получайте, что ты его дебил, а. Ну давайте нафиг, а. Ай, кайф, блин. Так, теперь кто у нас? Так, теперь куда надо? А, все, здесь все пока прямо, да? Ну, честно, выглядит... Знаете, я сегодня был как-то больше настроен на встречу с фанатами и вкусняшки. Соберись, Тони. Вау, невероятный Халк. Ой, как же кайф. Честно, мне очень нравится играть за Халка. Надеюсь, ты поиграешь как на Америка. Ой, это непорядок, блин. Жители, докладывайте. Танки скоро раскурочат мост. Он рухнет, если мы с ними не разберемся. Поспеши, здоровяк. Я больше не выдержу. Блин, да что ж такое. Извини, человек, извини. Я не хотел, это честное слово. Я не ожидал, что я гребнусь, а. Блин, простите меня, честное слово. Не ожидал. Жители, докладывайте. Танки скоро раскурочат мост. Он рухнет, если мы с ними не разберемся. Поспеши, здоровяк. Я больше не выдержу. Это что такое? Это игра баганула. Это... Я ничего не делал, реально. Игра сама баганула. Я не знаю, что произошло, но она реально сама баганула. Да, вот видите. Танки скоро раскурочат мост. Он рухнет, если мы с ними не разберемся. Это хорошая оптимизация. Поспеши, здоровяк. Плохая. Я больше не выдержу. Халка. Охренеть. Ого. Где большой зеленый? Я бегу. Вижу его. Халк, я сажаю квинджет. Давай, Саша. Я верю в тебя. Давай. Пошел ты. Иди нафиг. Так, главное сейчас. Получай. Это Халк, это да, я понимаю, а. Это вот супер. А. Опа, Наташка. Твои изобретения опасны, Старк! Эй, это оружие было для хороших парней! Это что, шутка такая? Хватит уже! Соберитесь! Кэп, что там происходит? Сам не понимаю, Над. Кажется, реактор неисправен. Странные показатели на мониторах. Тянет к тепловому сигналу в заливе. Ого! Ни хрена себе, блин! Над, город будет уничтожен!
Повтори, Кэп, я тебя не расслышала. Над, ты слышишь? Вот теперь я, конечно, тебе поиграю за Кэпа, а? Вау. Блин, опа, опа, чешка. Внимание, Химера атакована. Начать эвакуацию гражданских. Так, давайте. Чего? Блин, мне очень нравится Капитан Америка, правда? Мне все, каждый мститель, в принципе, нравится. Стив, прием! Подожди, Наташа. Над! Над! Тарлтон, вы слышите меня? Нам перерезали связь! Капитан, у нас проблема! Док, я в курсе! Они пытаются узнать Химеру! Другая проблема! Я никогда прежде не видел таких показателей! Я буду у вас, как только смогу! Не двигаться! Ого! Тут что придется делать? Тут жесткая мать! Я себе его, блядь! Я просто зажал правую кнопочку, а? Супер сила! Капитан Америки, а? Будьте лежит, кажется, да? Сейчас все работало. Блин, блядь, кого это я? Ого! Так, ну давай подвоимся. Блин, блядь. Ты что, перебор уже, а? Ты еще перебор, что ли? Тарлтон, доложите обстановку! Реактор не стабилизируется! Молекулярная структура Терригена распадается, превращаясь в газ! Что-то под нами подпитывает реактор! Это невероятно! Ничего хорошего, это явно, а? Док, держитесь там! Долго корабль так не протянет! Ага. Я пытаюсь, я... Так, где кто? Ага. Тарлтон? Тарлтон! Мстители, прием! Что у вас происходит? Вау, очень сильный как-то Америка. Пастух в зоне видимости. Пастух? Мстители, прием. Автоколонна перевозила высоколетальную ультразвуковую бомбу. Противник хочет взорвать ее в городе. Мы падаем. Повторяю, ультразвуковая бомба. Немедленно захватите ее. Абу! Где ты? Ультразвуковая? Это розыгрыш? Разве ООН их не запретила? А ну-ка посмотрим! Так с маской, если я не ошибаюсь. Эффектное появление. Да, я не ошибаюсь, это так с мастер. Ты дебютируешь в черной дыре. Я учусь этот фильм. Таск, мастер. Ах так. Ну, прикольная маска. Ой, что это за фигурина? Нам нужен детонатор. Если бомба взорвется, она уничтожит все в радиусе 10 миль. Что ж, чего мы ждем? Ого, нихрена себе, это кто-то что? Тони, Тор, к тросам! Психа с детонатором беру на себя. Роман! Как один бывший агент щита другого. Не отставай! Ты бывший агент щита еще? Что же такое? Правда? Вот тебе еще один трюк. Я зову его надрать тебе за... Ой, классный трюк. Опора моста под контролем! Так, ещё. Народ, тут какие-то странные сейсмические показатели. Тони, грузовик! Ага. Проголодался! Это я за
Вау, круто, кстати. Черная вдова, как всегда, в своем репертуаре. Очень классная и прикольная, а? Знаешь, девчонка. Я надеялся на встречу. Забавно. Я о тебе и не вспоминала. Сейчас получишь. Ух ты, главное вовремя нажимать. Размечталось. Ну что, опять летаем, а? Так, все, я ловился. Ой, я что, сломала твой джетпак? Неважно, у меня есть это. Черт, а ну отдай! Попробуй отними. Записываешь, как обычно? Чего? Ой, да брось. Ты копируешь мои приемы, да? Это называется фотографический рефлекс. Это называется плагиат. Дайте противнику, ага. Постараемся не дать. Ну ничего не ощущаем. Вау. Не дочил, а? За фальцель нужно брать. Не-не-не, сильный. Сильный не так. Такой сильный, да? Не, так лучше, как если будет долго сюсюкать, давай. Нихрена ему не сделаем, а? По крайней мере, будем очень мало проблем снимать, она как-то пошёрки его бить. А вот он у нас еще может скокнуть. Вау-вау-вау-вау. Если масочка пришла, это не вовремя, конечно, она давальненько. Думаю, она не улучшает. А еще одна. Блин, тут у меня сымаски. Я покажу мстители, не мешайте, пожалуйста. Так, тут у нас получается получило. Вау-вау-вау. Мне надоели твои танцы. Сука. Получается продолжить, чтобы... Ага. Давай. Мне тоже надоело с тобой сисюкать, там ударки тупой. Наверное, обидно всегда вставать на шаг. Тебе нужна химера, да? И что ты хочешь с ней сделать? Продать подороже? Мне нужно кое-что куда более ценное. Что же? Не буду портить сюрприз. Чего? Вау-вау-вау, сюда я свалил. Вау. Вау-вау-вау, блин, гребаные бомбки, сиди, оставайся. Опачи, по-моему, силишься понять, что происходит? Сдаешься? Ни за что! Хочет тащить, да? А вот я тебе сейчас надо еще лезть. Ну и что же тебе удалось выяснить? Ну-ка. Что ты явно не мозг этой операции. А еще, что ты хочешь меня отвлечь? Хватит болтать! Вау! Да. Трусиха! В чем дело? Не любишь сюрпризы? Еще немного осталось. Последняя, сука, ешка. Следующий раз будь внимательнее. Так, снимайся. Этого ты не ожидала? Думаешь, вы победили? О чем это ты говоришь? Оглянись, Романов. Мир запомнит этот день. День, когда герои подвели их. Так, пока вырубим веку. Что происходит? Город рушится. Нас развели. С
Стив, ты слышишь? Убирайся оттуда! Это... К черту! Нет. Пять лет назад «Мстители» представили опасную, неиспытанную технологию, что привело к катастрофическим последствиям. Всеми любимый Капитан Америка погиб, предотвращая кражу этой технологии. Погибли и тысячи невинных граждан. На многих остались шрамы со времен катастрофы Дня Мстителей. Сотни заболели, попали в плен странных коконов и, выйдя, обрели особенные противоестественные силы. Неизлечимая болезнь быстро распространялась по всей стране, и хотя и щиты Мстителей обещали справиться с ситуацией, конец эре героев положил своим выступлением доктор Беннер. Ваши так называемые герои превратили Сан-Франциско в отравленную газом зону отчуждения. Появились могучие мутанты, сеющие хаос по всей стране. Многие скрываются среди здоровых. Я повторяю вопрос, доктор Беннер. Опасны ли мстители для общества? Да. Объявленные вне закона, некогда могучие герои разбежались. Но из боли родилась надежда. После ликвидации Stark Industries, доктор Джордж Тарлтон, также жертва Дня Мстителей и основатель компании АИМ, считает науку ответом на проблемы нашей страны. Хотел бы я знать, что случилось с капитаном Роджерсом, но, увы, я был далеко от реактора. Ответов у меня нет, но одно я обещаю. Свой второй шанс я использую, чтобы защитить вас. А им найдет лекарство от болезни нелюдей. Утешительные слова для семей, которых коснулась болезнь. Но правдивы ли они? Многие критикуют методы АИМ. В так называемую армию сопротивления стекается все больше людей. С вами Фил Шелдон с репортажем в годовщину Дня Мстителей. Сами не видят, что творится у них под носом. Ну же, куда же вы делись? Должен быть хоть какой-то намек. Приветик. Если получится, копируй, что сможешь. Мы тебя найдем. Другое дело. О, Ретро Старк. Мы можем поговорить, батя? Да, конечно. Через пару часов девочки уезжают в мусульманский лагерь. Ты еще не опоздала на автобус? Сегодня? Мы же это обсуждали. В этой поездке ты сможешь отдохнуть от всего этого. Побыть на воздухе, с друзьями. Накия расстроится, если тебя не будет. Ты прав. Я подумаю. Ладно. Хорошо. Там будет мороженое. О, и главное, там не будет никаких мальчишек. Люблю тебя. И я тебя. Ты не понимаешь. Ладно. Что у нас там? Подсказка к паролю. Первая любовь? О! Если... Что? А... Давай, Камала, подумай. О, точно! Блин. Да ладно.
Не может быть. Боже, я вошла! Мне просто не верится. Так, все скопировать. Слава эгоцентризму Тони Старка. Что это? Нет, нет! Нет, 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 нет! Накрылся! Я точно что-то нашла. Лучше смотреть это в штабе. Надо же, как заволновались. Надо добраться до штаба и посмотреть, что на флешке. Первая серия под названием «DMC Теле» завершена. Увидимся в новой серии. Обязательно увидимся, потому что мне очень понравилась прикольная, очень-очень понравилась эта игра. Единственная, очень плохая печалька. Капитан Америка погиб. Я надеюсь, что все-таки он не погиб. И в конце, обязательно в конце, может быть, при финальной сериях игрушки, он появится. Я думаю, скорее всего, он жив. Но это глупо, что он погиб. А если он реально... Потому что нафига под него делали костюм бы и все остальное, если он умер бы окончательно. Это был бы реальный бред. Всем спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки. И самое главное, не скучайте, не болейте. Всем пока-пока, увидимся в новой серии очень-очень скоро. Я пока не знаю, как будет называться вторая серия, но я как узнаю, так скажу. Еще раз всем желаю большого огромного здоровья, игра мне очень понравилась. Всем пока-пока. Ставьте лайки.